В Волгограде дочернее предприятие «Лукойла» компания LLK International открыла первый в России автоматизированный логистический центр по отгрузке битумных продуктов и смазочных материалов. Объект был построен по последним цифровым технологиям и стандартам всего за полгода. Со второго полугодия 2017 года единым оператором по реализации битумной программы является компания LLK International. На открытии нового логистического центра побывала Анна Муслимова. Старт! Так торжественно открыли первый в России инновационный центр отгрузок нефтепродуктов. Событие волнительное, ведь проект компании LLK International важен как для Волгоградского региона, так и для всей страны в целом. Он позволяет более чем 8 раз сократить время пребывания машин на территории завода и снизить себестоимость битумного продукта. Ускорить отгрузку позволяет новая онлайн-система. Клиент самостоятельно через специальное приложение выбирает точное время и дату погрузки, а также нужное количество продукции. С помощью QR-кода, который заказчик получает после регистрации, он автоматически проезжает через контрольно-пропускной пункт завода и в назначенное время получает груз. Мы уже знаем заранее, какой водитель приедет, за каким продуктом он приедет, во сколько он приедет. И мы уже можем подготовить продукцию к погрузке в транспортное средство заранее. Соответственно, когда он приезжает в назначенное время, продукция готова, оператор по оформлению документов ждет водителя уже с грузом. Это все в совокупности ускоряет отгрузку. Компания LLK International позаботилась и о водителях большегрузов, которые уже приехали на завод и ожидают погрузку. Для них построили современный комфортабельный зал ожидания. Но даже в таких условиях отгрузки долго ждать водителям не придется. Если раньше машинам приходилось простаивать на заводе часы и даже сутки, то теперь продукцию отгружают за полтора часа. Оборудован центр и современными весами, которые могут не только определить вес большегруза, но и перегрузку на ось транспортного средства. Такая политика, безусловно, помогает сохранить дороги в регионе, который для компании «Лукойл» стратегически важен. То, что здесь будет осуществляться, часть большой программы компании «Лукойл» по новой жизни битумных материалов. Компания предусматривает большую инвестиционную программу. В ближайшие 5 лет более 100 миллионов долларов будет потрачено на развитие этого направления. Оно включает в себя реконструкцию производственных мощностей. Оно включает в себя создание научного центра. Центра, который позволит делать новые материалы, на которых наши дороги в нашей стране будут служить долго и качественно. Кроме того, компания предоставляет клиентам новый сервис по доставке битумов современными фирменными автоцистернами. 30 битумовозов оборудованы датчиками GPS, видеокамерами, системами электронной пломбировки и телеметрии. Все это позволяет клиентам получить продукт, соответствующий всем требованиям и стандартам качества. Это не единственный современный проект, который компания «Лукойл» реализовала в Волгоградской области. Регион очень плотно давно работает с компанией «Лукойл», и мы все знаем, что в последние десятилетия очень много инвестиционных проектов реализуется на территории Волгоградской области. Это более 6 инвестиционных проектов общим объемом более 100 миллиардов рублей. Безусловно, в регионе появилась новая цепочка продуктов, инновационных новых видов продукции, которые востребованы не только в нашем регионе, но и за пределами. Новый логистический центр улучшит не только качество битумных продуктов, но и качество дорог, построенных с использованием этой волгоградской продукции. Анна Муслимова, Максим Мещеряков, Вести 34.